История в памяти и культурном наследии, которым, по сути, во многом являются именно памятники и исторические места. В историко-краеведческом музее усадьбы Фрианова в рамках национального проекта «Волонтеры культуры» прошла акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Эта акция призвана привлечь внимание широкой общественности к вопросам защиты и сохранению местных памятников и исторических мест, объектов всемирного культурного наследия. Акция проходит уже с 2019 года по решению Минкульта РФ. К ней привлекаются волонтеры. Волонтерское движение сегодня тоже активно развивается. И наши прекрасные фряновские волонтеры нам решили помочь. На эту акцию мог и может записаться любой желающий по специальной форме регистрации в интернете. Ребята тоже это сделали, конечно же. И нам приятно видеть, что интерес к культуре, к истории у население имеется, что всем не безразлична судьба нашего парка. В этот день совместно с сотрудниками музея, педагогами, волонтеры, студенты колледжа из Фрианова решили не словом, а делом помочь с уборкой листвы в усадебном парке. Когда-то мы в этой школе учились, мы тоже ходили и убирали парк. И теперь уже передаем вот такие вот свои знания, свой тот опыт своему будущему поколению. Поэтому мы, конечно, всегда с большим желанием такие мероприятия посещаем, потому что, ну, мы живем здесь, это наша малая родина, на которой мы, конечно, находимся. Здесь самые активные ребята, неравнодушные ребята, как Лариса Николаевна сказала, которые занимают активную гражданскую позицию в колледже. Вот. Они первыми изъявили желание принять участие в таком замечательном субботнике. Нам рассказали учителя о том, что будет проходить. Вот. Ну, мы сразу согласились, потому что для нас важно сохранять историю нашего поселка. Вот. Ну, мы, собственно, по инструкции проследовали на сайт, зарегистрировались и ждали нужного дня. Я решила помочь, просто я люблю помогать. А Влад меня позвал. Я решила тоже помочь в этом плане. Убирать листов в мешки. Вот, ну вот и все, пока что. Ты чувствуешь, что ты большое дело делаешь? Да, чувствую, для потомков. Каждый пришедший активно включился в работу. Труд во благо своей малой родины, вклад в большое будущее. И эти ребята делают его уже сегодня. Это наша история, мы должны ее помнить и гордиться этим, то, что у нас все это было. Мы на истории учимся, познаем свои ошибки и на них учимся. Если за этим всем не следить, то мы это все забудем. Мне кажется, то, что люди, которые просто отзываются на помощь, просто ни за что, они делают это качественно и от всей души. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.